как-то прочитал, что пиратство в Карибском бассейне и запорожское казачество явление очень схожее. По факту оба жили за счет грабежа и на пересечении трех империй. А также был короткий период государственности. Имели место быть данные аналогии. У пиратов в Карибском бассейне государственности не было. У запорожского казачества государственности не было. Явление это очень схожее в плане грабежа, но в это время такие явления были в Средиземном море. До этого они были в Северном море, они были в Ла-Манше, они были на Каспе, они были почти везде. Все друг друга грабили и убивали. Это нормальные взаимоотношения в то время. Бандитских сообществ было море. Наши каперы под командованием Карстен Роды действовали прямо даже на Балтике. То есть нанятые Иваном Грозным, датские каперы грабили шведов и поляков. То есть, ну, это было везде.